Выборы президента Беларуси состоятся 11 октября. Такое решение сегодня принято на заседании Палаты представителей Национального собрания. Оно завершает работу 7-й сессии. Выступая перед депутатами, председатель Центра избиркома Лидия Ермошина рассказала о нововведениях. Теперь финансировать свою предвыборную кампанию кандидаты смогут из собственных фондов. Для этого увеличивается размер суммы с 3 тысяч до 9 тысяч базовых величин. На сегодня это около 105 тысяч долларов или более 1,5 миллиарда рублей. Также каждый претендент на президентскую должность сможет профинансировать свою агиткомпанию полностью за свой счет. Ранее он мог вносить не более 50 базовых величин. Я надеюсь, что избирательная кампания все-таки будет не скучной, не сонной, но и при этом не доставит беспокойства и потрясений, которые мы имели в 2010 году. Но мне остается только верить в лучшее. Вот. И работать над тем, чтобы у международных наблюдателей не было, чтобы мы сами не давали поводов для критики. Потому что мы тоже должны работать без недостатков, которые можно рассматривать как то, что повлияло на ход выборов. Ни один недостаток не должен влиять на ход голосования, на его волеизъявление. По Конституции президент Беларуси избирается сроком на 5 лет и вступает в должность после принесения присяги. Выборы главы государства назначаются Палатой представителей не позднее, чем за 5 месяцев и проводятся в воскресенье не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего президента. Баллотироваться может гражданин не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом, рожденный в Беларуси, постоянно проживающий в ней в течение 10 лет без судимостей.